Привет, дорогие друзья! Вы на канале Дамма. Сегодня я хотела бы с вами сделать поделку ракета. Вот такую ракету из цилиндра от туалетной бумаги. Для этого нам нужен цилиндр, пистолет с жидким клеем, цветная бумага, циркуль, простой карандаш, ножницы, швейный метр, линейка, клей и краска. Начнем с того, что цилиндр мы покрасим. Вот так вот мы покрасили наш цилиндр и оставляем его высыхать, оставляем его сохнуть. Пока наш цилиндр сохнет, мы займемся опорой. Для этого возьмем красный цвет бумаги. Я замеряю 5 сантиметров и черчу окружность. Теперь мы ее вырежем. Сложили его пополам, и его мы тоже разрежем. Вот у нас получились такие две половинки. Их мы тоже будем складывать пополам. На каждой из этих половинок, там, где мы согнули, нам нужно найти серединку. Для этого мы приложим нашу линейку. Нам нужно сделать разрезы. На одной из таких частей мы сделаем надрез до нашей точки с той стороны, где у нас прямая линия. На второй части мы разрежем с той стороны, где у нас вот такой вот полукруг. Эти части соединяем. То есть вставляем одну часть в другую. Я буду делать крышу. После того, как мы его вырезали, мы смотрим, где тут наша середина. В циркуле должна быть видна точка. Карандашом отметила точку почетче, чтобы было видно. И до этой точки делаю надрез. Этим временем наша заготовка подсохла. И теперь мы будем собирать нашу ракету. В окружности наш цилиндр составляет 14 сантиметров. Нам нужно поставить 4 точки. То есть делим на одинаковое расстояние. Вот у нас получились 4 точки. Вот наши 4 разреза.
будем вставлять нашу опору. Теперь я тут уже заранее вырезала была клешочки. Их мы будем наклеивать сейчас. Вот такая вот ракета у нас получилась. Я благодарю вас всех за просмотр. Желаю удачи. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!